Да, забавная история. А я вам вот что на это расскажу. Летела я как-то в самолете во Владивосток. И вдруг я заметила, что мой сосед ведет себя как-то странно. Что с вами? Говоря честно, я боюсь летать. Не волнуйтесь, летать на самолетах в наше время абсолютно безопасно. Во всяком случае, намного безопаснее, чем ездить на автомобилях. Уверяю вас. Извините меня, я так не думаю. И совершенно напрасно. Вот, например, мой брат ехал на автомобиле себе спокойно по делам. Как вдруг какой-то самолет приземлился прямо перед ним на шоссе. Спасибо, вы меня успокоили. Но я и на машине ездить боялся. А после вашего рассказа буду ходить только пешком.